Роль тренеров в формировании положительного отношения к спорту очень важна. Об этом хорошо знают в Тверской детско-юношеской спортивной школе борьбы «Олимп». Ее воспитанники занимаются под руководством мастера спорта международного класса, чемпиона Европы по самбо Кахрамона Нуралиева. Даже в непростое для всех время, связанное с ограничениями из-за коронавируса, здесь нашли способ поддержать спортивный дух ребят, включить их в процесс соревнований и дали возможность продемонстрировать результаты тренировок. Ко Дню Победы на базе «Олимпа» прошли международные онлайн-соревнования по общей физической подготовке. Они объединили 310 участников и 23 команды из 11 стран мира. Всего было у нас 10 возрастных групп. И в каждой возрастной группе в личном первенстве спортсмены выявляли сильнейшего. По видеосвязи мы в прямом эфире, то есть в онлайн-режиме, принимаем спортсменов из разных стран. Они выполняют в этом году 4 упражнения выполняли. Первое упражнение была у нас динамическая планка. Второе упражнение – калинка, как раз символичным Днем Победы. Третье упражнение – обратное бёрпи. И четвертое упражнение с прошлого года мы взяли – это обычный бёрпи.